Что все это значит, Ковард? Зачем вы созвали собрание? Сэр Томас мертв. Я называю сэра Блэквуда главой ордена. Вы с ума сошли? Вы ведь знаете, на что он способен. Конечно, знает. Поэтому мы и собрались здесь. Мой капитал и моя сила были даны мне с одной целью. С удивительной, но простой целью. Создать будущее. Будущее, управляемое нами. Завтра в полдень мы сделаем первый шаг к новой главе нашей истории. Магия проложит нам путь. Когда жители Англии увидят нашу силу, они склонятся в страхе. Через Атлантику лежит наша бывшая колония. Она снова будет нашей. Гражданская война ослабила их. Их правительство такое же коррумпированное и никчемное, как наше. Мы вернем эту землю себе. Мы переделаем мир. Создадим новое будущее. Эти люди со мной, Стэндиш. Но... А вы? Нет, сэр. Не с вами. Те силы, к которым вы стремитесь, не подвластны человеку. Что ж, господа. Кто-то должен его остановить, даже если вы против. Я бы не стал этого делать. Спасите! Господа, не бойтесь. Как видите, мы в безопасности. Выпейте в знак своей преданности. Вы контролируете полицию. Приведите мне Холмса.